Мы благодарим за гостеприимство и ту поддержку, которую вы оказываете нашему народу. Благодаря таким встречам мы почувствовали, что война не навсегда. Вспомнили, что такое мир. Мы на себе ощущаем помощь русского народа. Мы едины, и никогда нас никто не разъединит. Ура! Любви вам, мира и добра. Победа будет за нами. В преддверии 9 мая хочу поздравить всех с праздником Победы и подарить вам свое стихотворение, которое я написала, и которое называется «Моя республика». Донецкая Народная Республика моя, счастливая, свободная, шахтерская земля. Ни за какое золото не променять тебя. Ты честь моя, что с молоду я берегу, любя. Здесь терриконы высятся, похожие чуть-чуть на матери-кормилицы, исполненную грудь. Здесь летом абрикосовым так солнечно, светло. Здесь слово «Новороссия» пшеницей проросло. Здесь прадеды безвестные, ведя неравный бой, как ангелы небесные спасали мир земной. И выстояла Родина, пришел победный час. И на Рейхстаге взорванном начертано Донбасс. Такое вот послание, короткое, но в нем большое пожелание любить, беречь свой дом. Я стану жить по совести, чтить Родину как мать, чтоб предков наших доблестных надежду оправдать. И расцветет свободная, любимая земля, Донецкая Народная Республика моя!